Совсем другое. Но мы-то с вами знаем, какое время года любил великий поэт. А весна была пора тоски. Но у нас теперь в нашей жизни весна не ощущается так сильно, потому что не было зимы. И я думаю, что в наших душах ностальгия и по зиме, и по весне, и по таким явным резким переменам от сна к пробуждению, от сна к любви, но все-таки душа-то не дает уснуть. В душе все-таки солнышко редкое, тепло, которое уже идет от земли, рождает любовь. И наш концерт мы сегодня посвятили грезам любви. Может быть, не самой любви, пускай грезам, а не. Поэтому начнем с самых великих грез.
ты забыл, то не забыл. Снился мне сам в подвенечном углу.
весне. И еще одна, можно сказать, серенада. Можно сказать, песня любви. Баталии. Снова пою. Даже о жестокости в любви. Это опера Пуччини, Турандот. Есть прекрасное произведение Карла Гоци, «Принцесса Турандот», о жестокосердной принцессе, жестокосердной, которая всех своих возлюбленных, точнее, кто был в нее влюблен, посылала на плаху, всем рубили головы, потому что они никогда не могли отгадать ее прекрасные загадки, очень сложные. Лишь принц Калав угадал. Посмотрим, угадаете ли вы, дорогие друзья, загадки принцессы Турандот. Скажи мне, кто обходит неустанно все города, все замки, все селения?
кто вечный путь совершает безвозбранно средь криков торжества и поражений. Его лицо всем мило и желанно. Он благодетель каждого творения. Равняться с ним казалось бы бредом. Он здесь, и все же он тебе неведом. Что это? Никто не угадал? Солнце. Конечно, солнце. Правда, солнца сейчас нет, но предполагается, что это... Оно всегда есть, просто мы его не видим. Вот, правильно, Станислав, мы его просто не видим. Браво! Замечательно. Тогда вторая загадка, раз вы угадали первую. Хорошо, нам дарована жизнь. Слава Богу. Есть дерево, где скрыта кончина человека. Оно древнее гранита и молодо от века. Красивый лист не вянет, он белый и узорный, но белизна обманет своей изнанкой черной. Скажи, ты знаешь слово для дерева такого? Что это? Ну, конечно, тоже что-то глобальное. Что это? Лист белый, а снизу черный. Ну, почти. Так. Прекрасно, кто сказал? День и ночь роняет сердце ласку. Конечно, день и ночь, а все это дерево – это год. А листья – это день и ночь с разных сторон. И последняя загадка, самая сложная. Молодцы. Неужели нам всем будет дарована жизнь? И Калафу тоже. Скажи мне, как зовется зверь прекрасный, четвероногий, крылатый, верный в своей любви, но в ярости ужасный? Он потрясает мир высокомерный и торжествует. Мощными стопами он попирает океан безмерный, а грудью и свирепыми когтями налег на землю. Вечного обилия почиет тень над мирными краями, где новый феникс расширяет крылья. Кто это или что это? Что-что? Ветер. Ну, это уже чуть более земное. Времена это... года. Что? Времена года. Нет, не времена года. Это уже более конкретный символ. На какого зверя похоже описание? Это, ну да, грифон. Это лев Адрии. Ну, это считался символом Венеции, вообще это библейский символ. Лев – это одно из тех животных, что охраняли трон Бога, как сказано в Евангелиях. То есть лев Адрии, ну, Адрия – это город в Венецианской области, и поэтому вот лев, который охранял гробницу святого Марка, считался тоже священным, то есть такой библейский лев, крылатый, да. Ну что ж, дорогие друзья, с вашей и с моей помощью вы угадали все загадки принца Калафа. И, наконец, дадим слово ему. Алия Калаф. Oh.
Начинается, значит, душа возликует твоя, и в малом пространстве проскачет стреноженный конь бытия. Театр начинается бурно, собою с тобою делясь. Театр начинается, будто земля только что родилась. Подмостков счастливые слуги 100 жизней в одно проживут. Театр начинается с муки, которую музой зовут. Это я про Кармен. Про Кармен? Это я про Кармен. А Кармен была музой, конечно, многих мужчин. От этого они и погибли. И вот... Мы хозе обязательно споем. Ах, они не хотят гибнуть. Ну, попозже, да. Мы хотим закончить гибнуть, да. Сковородосе. У Сковородосе, как известно, две арии. И если в первой арии Сковородосе полон жизни, полон стремления к счастью, и поет свою арию, ожидая свою возлюбленную, то во второй арии он уже приговорен к смерти и готовится к ней. Заточенный в страшную крепость Сант'Анджело, он понимает, что остаются последние минуты его жизни. И вот блещут первые звезды, он поет эту великую арию. Ради своей музыки! Ради своей музыки! Thank you.
Thank you.
тема страсти прозвучала у Хозе. А вот тема нежной юношеской любви – это дальше. 14 лет, наверное, именно тогда и влюбляются девочки. Именно тогда и полюбила по-настоящему Джульетта. И вот сейчас неожиданно в нашем взрослом концерте такая детско-юношеская страница. Поэтическая композиция на тему великого Шекспира «Джульетта». Исполняют Любовь Заметалина и Анастасия Волжанина. Театральная студия «Калейдоскоп» из Малаховки. Эту сцену. Сюда фиал? А если не подействует напиток, уже придется утром мне венчаться. Нет! Это помешает. Здесь лежи. А если яд монах мне дал коварно, чтобы убить меня, боясь бесчестия? Когда подкрылось, что меня с Ромео уж обвенчал он раньше, чем с Парисом. Боюсь, что так. Но нет! Не может быть! Известен он своей святой жизнью. Не допущу такой недоброй мысли. А если... Если вдруг в моем роду очнусь я раньше, чем придет Ромео, освободить меня? Вот это страшно! Тогда могу я задохнуться в склепе, в чью пасть не проникает чистый воздух, и до его прихода умереть? А коль жива останусь, лишь представить ужасную картину. Смерть и ночь. Могильный склеп, пугающее место, при высокий на сагат косится наш предка, где держит пальцы в совник, люди говорят, вы спать сейчас выходит провидение. Что если слишком рано я проснусь? Ласковая ночь темноокая, дай мне
сбыться должен будет в ночь и перестанет поклоняться солнцу. Ночь, светло на дрипой, тебе светит луна, и блестит серебром голубая волна. В эту ночь, пленя, на чужом стороне,
Николая Шишкина. Я вам его еще никогда не пела. Вот сегодня будет премьера. Вы, конечно, все помните и любите замечательную исполнительницу цыганского романса Анастасию Вяльцеву. Вот сейчас прозвучит романс Николая Шишкина из ее репертуара. «Я степи и воли дочь». Пью Oh!
тоже не так уж часто исполняемый. Но он о любви, о ночи, о свидании. Зачем любить? Зачем страдать? Зачем любить? Зачем страдать? Уйди, уйди, к чему мольбы и слезы, к моему любви. Мне вдруг захотелось Агнию Барто, но тоже
про любовь? Каждый может догадаться. Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тоня шепчет. Это он. Стала ласковой и кроткой, ходит легкой походкой, по утрам поет, как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается чуть свет, говорит: пора влюбиться, мне почти 13 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощёкий, Петя ростом маловат. Вот Алёша, славный малый, я влюблюсь в него, пожалуй. Повторяет класс по карте, где Иртыш, где Енисей, а влюблённая на парте нежно шепчет: Алексей. Алекс смотрит огорчённо. Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок он боится как огня. Он понять её не в силах. То она глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему, любя. Алик вышел из себя. Поступил с ней жестоко. Отлупил после урока. Так вот с первого свидания начинаются страдания. Так вот с первого свидания начинаются страдания. А наши страдания не закончились. И у нас дальше страдания и радости. Итальянские песни. Конечно, итальянские. А какие еще могут быть? Итак, страдания по-итальянски. И страсти по-итальянски, по-неаполитански. Вернись в Соле. Перед его балконом тебя.
Скажите, девушки, подружке вашей. Ночь, роняет сердце ласку, день и ночь.
милая.
любите друг друга, любите музыку, наслаждайтесь весной. Наслаждайтесь ей этим теплом, несмотря на грязь под ногами. Но в душе все равно тепло и чистота. А сегодня вас радовали своим искусством артисты Станислав Дьяченко. Алексей Волжанин. Актриса, режиссер, руководитель потрясающей детской студии «Калейдоскоп» Наталья Корнева. Спасибо, дорогие друзья, мы надеемся, что до новых встреч. Да, следующие концерты наши будут в новом сезоне. Будем вас ждать. Спасибо вам. Спасибо.